Жадная гусеница запуталась в яблоке и укусила себя за попу. Как тебя вообще земля носит? Ну, гравитация, тыры-пыры. А давай ты не будешь нагнетать обстановку своим лицом. Кот Василий любит есть селедку под шубой, мясо под диваном, колбасу под столом, котлеты под покрывалом. В общем, очень стеснителен в еде. Не знаю, почему люди меня недолюбливают. Возможно, они дураки, а возможно, потому что я называю их дураками вслух и при них, а нет, наверное. Молчать круто. Некоторые думают, что ты не умный, а некоторые, что ты гений. Но на самом деле, ты просто молчишь и думаешь о котлетах. Учитель учителю. Ну и класс мне попался тупой. Объясняю теорему, не понимаю. Объясняю второй раз, не понимают. Третий раз объясняю, сам уже понял, а они не понимают.